Привет, меня зовут Александр, и я расскажу об электрическом чайнике Norman AKL-241. Электрический чайник Norman AKL-241 предназначен для подогрева или кипячения питьевой воды. Встроенный контроллер автоматически отключит чайник при достижении необходимой температуры воды. Функция нагрева воды до нужной температуры позволяет идеально заваривать различные сорта чая и кофе. Меняющая цвет светодиодная подсветка укажет на температуру подогреваемой воды. Функция поддержания температуры активируется 3-секундным удержанием кнопки включения. Чайник будет поддерживать температуру воды в течение 2 часов. Для удобства пользования чайник оборудован подставкой с отсеком для кабеля. За счет этого сетевой кабель не будет мешать в процессе эксплуатации. Скрытый термоэлемент обеспечивает равномерный нагрев и удобное обслуживание. Чайник можно устанавливать на подставку в любом положении. Круговой контакт обеспечивает вращение на 360 градусов. Электрический чайник Norman AKL-241 поможет быстро вскипятить воду, а также станет отличным дополнением интерьера.